И еще о хоккее. Сургутская команда «Олимпиец», составленная из ребят 2003 года и младше, на своем льду принимала магнитогорский «Металлург». Уральцы – одни из лидеров этого дивизиона в региональном первенстве России под группой «Сильнейшие». Наши ребята пока в числе аутсайдеров. Увы, эту расстановку сил не удалось изменить после завершившегося тура. В стартовой встрече «Олимпиец» забил первым. Дважды гости ответили точными бросками. Следом сургутянам удалось сравнять счет. Однако, начиная с 38-й минуты встречи, в сетку ворот нашего голкипера Артура Валиева влетели 5 шайб. Итог игры 2-7 в пользу «Металлурга». Первые два периода играли на равных, даже где-то местами, я скажу, переигрывали. Не хватило сил. На третий период немножко подсели. Игроки, скажем так, которые играют в меньшинстве и в большинстве, как правило, одни и те же мальчики. Поэтому наелись, немножко концовочки не хватило. В повторном матче игроки «Магнитки» вновь были точнее в завершающих стадиях атак. В 50-й минуте матча гости вели со счетом 7-1. Сургутянам удалось за 3 минуты трижды поразить ворота «Металлурга». Итоговый счет встречи 8-4 в пользу «Сталеваров». Наша команда следующие игры проведет на выезде. 22 и 23 октября сургутян ждут в Челябинске. Соперником станет местный клуб «Белые медведи». Тут все два в одном. И ваши полетели. Хороший стадион, хорошая публика, хороший город. Ну и мы где-то успокоились. То есть здесь... И мы стали хуже, успокоились, и ваши полетели. Перед родной публикой всегда хочется показать какой-то веселый, озорной хоккей.